это кто такой? Это кто такой замечательный? Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в рамках своего визита на Камчатку встретилась с юными воспитанниками Камчатской федерации самбо и поздравила их с включением этого вида спорта в олимпийскую семью. Я могу сказать, что для меня это тоже такая большая личная победа, потому что мы много работали над тем, чтобы на уровне международных спортивных организаций провести работу, которая бы позволила нам утвердить спортивный флаг России еще и в вопросах самбо. Поэтому от вас теперь будет зависеть, какие медали будут у России. И я думаю, что когда будут первые олимпийские соревнования, где будет присутствовать самбо, это, конечно, будет без преувеличения историческое событие. И если так сложится, а я думаю, так обязательно должно быть, что там будут наши камчатские спортсмены хотя бы принимать участие, я думаю, что это будет здорово. Ирина Яровая отметила, что на Камчатке очень сильные традиции самбо. Международный турнир памяти Владимира Пушницы – значимое событие российского спортивного календаря, которое ежегодно собирает самых именитых спортсменов и открывает новые имена юных талантливых самбистов. Я хочу отметить, что Ирина Анатольевна Яровая как раз является куратором, федеральным куратором проекта «Детский спорт», что позволяет создать благоприятные условия. И именно на те условия, которые создает Ирина Анатольевна, а я тут, подпомогаю. Вместе работаем. Взаимодействуем, да. Позволяет нам, нашим детям, приобщиться к занятиям физической культуры и спорта. И вы, как заместитель председателя Государственной Думы, делаете очень много для развития Камчатского края. Те же льготные билеты, тот же Аэрофлот, что все продолжает летать. Добавим, решение о признании самбо олимпийским видом спорта Международный олимпийский комитет принял 20 июля в Токио, накануне Олимпийских игр. Информационное агентство «Камчатка».